привет. Если у тебя при запуске Windows запускается два скайпа, делай как я, все будет чики-пики. Отдельная благодарность за лайк и подписку на канал. Поехали. Когда запускается Windows, в панели задач открываются два скайпа. Они могут совместно работать, но это нам не нужно. К тому же два скайпа могут тормозить систему на слабых компьютерах. Один скайп у нас установленный собственно вами, а второй установленный Microsoft'ом. Различаются не только внешним видом, но выбирать, каким пользоваться в дальнейшем, именно вам. Для того, чтобы отключить один или оба скайпа, необходимо перейти в поиск и прописать автозагрузка приложений. Открывается список приложений, которые автоматически загружаются при загрузке Windows. В данном списке нам необходимо найти наши скайпы. Они, скорее всего, будут отличаться внешним видом, а также своим названием. Встроенный скайп от Microsoft будет с надписью Technologies SA, ну или что-то на английском. А скайп, который установлен вручную, будет подписан просто Skype. Определяемся, какой скайп будем отключать, ставим переключатель в положение «Отключить». Далее необходимо перезагрузить систему. Давайте теперь проверим, что у нас получилось. Открываем панель задач, видим один скайп. Как говорила моя училка в школе, ЧТД. На этом видео подходит к концу. Надеюсь, видео было для вас полезным. Не поленитесь отблагодарить автора лайком. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.